Исторически подтвержденный факт. В 1833 году великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин посещал Чувашию. Во время поездки он собирал информацию о Пугачевском восстании. Но об этом мало кто знает. Блогеры Чувашии решили исправить это упущение и организовали экспедицию по следам Пушкина. Провожала путешественников и наша съемочная группа. Старт экспедиции – площадка перед монументом матери-покровительницы. Чебоксары, Марпасад, Батырево, Алатырь. За 5 дней энтузиастам предстоит проехать около 1000 километров. Такой маршрут выбран не случайно. Он в точности повторяет путь, которым проезжал Пушкин 183 года назад. Мы сейчас стартуем, едем в Кугесе. В Кугесе это есть очень у нас известный музей Бичурина «Современность». Бичурин был его другом. И именно он привез его сюда, в Чувашию. Республику. Стараемся побывать в тех местах, где он ночевал. Мы постараемся именно провести те мероприятия, которые Александр Сергеевич Пушкин проводил. То есть будет чувашская свадьба, будут встречи обязательно, да, вот, будет общение. Я постараемся найти ту Ольгу, которая запала Александру Сергеевичу Пушкину. К экспедиции присоединятся и блогеры из соседних регионов – Нижнего Новгорода, Москвы. За передвижением экипажей можно наблюдать в режиме онлайн. А увидеть республику глазами Пушкина получится в соцсетях по хэштегу «Пушкин в Чувашии». Организаторы обещают разнообразный контент. Это фото, видео, анимация, записи в блогах, посты с лайфхаками, полезными советами, туристическими маршрутами и описанием исторических объектов. То есть мы постараемся сделать такой контент, который будет легко восприниматься именно молодежью. Цель здесь одна стоит. Это показать туристическую привлекательность Чувашской республики. Завершится экспедиция 15 июля. По итогам блок-тура будет создана интерактивная карта туриста, которая покажет, где в Чувашии можно остановиться и какие пушкинские места есть поблизости. Татьяна Леонтьева, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев. Республика.